Бойцов ММА заставят драться без перчаток. В США 2 июня состоится первый турнир Бернакл FC по боксерским боям без перчаток, в котором примет участие ряд бойцов смешанного стиля, ММА. Об этом сообщает ММА Fighting. На первом турнире Бернакл FC сойдутся представители ММА, бокса и муай-тай. Анонсировано 12 боев. Среди участников – бывший чемпион абсолютного бойцовского чемпионата, UFC, Рикко Родригес, а также Джоуи Бельтран, становившийся претендентом на титул под эгидой Беллейтор. Состоится и поединок женского дивизиона Бернакл FC, в котором сойдутся Бекра Линкс, известная по выступлениям в UFC, и боксер Альма Гарсия. Событие станет первым легальным турниром по боксу без перчаток с 1889 года на территории США. Трансляция будет доступна по всему миру по платной подписке. В боксе без перчаток бойцы выступают без какой-либо защиты для костяшек рук. В традиционном боксе в этих целях применяются перчатки. Больше важных новостей в TELE и GREM канале, лента дня. Подписывайся, перейти в мою ленту, новость размещена на сайте вседоски.com. Это бесплатный сервис по массовому размещению объявлений на десятки досок объявлений. Как продать быстрее? Размести объявление сразу на все доски объявлений с помощью сервиса вседоски.com.